بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إمام العجلني في كشف الخفاء رواية سدوشي цитату حبب إلي من دنياكم ثلاث мне внушили любовь в вашем дунья, которую еще говорит имам Шафии. Во первое искренность, второе мягкость отношения к людям и третье следование пути суфиев. Кашф аль-Хафа, страница 341. Также в своем стихотворении диван имам Шафии говорит: факихан ва суфиан факун лайса вахида. Ты будь факихом, то есть юриспруденцем, также будь суфием, но не одним из них по отдельности. Потом как факих, если не будет суфием, у него будет черствое сердце. В других преданиях говорится, что Абу Ханифа рахима Аллах за 2 года до смерти принял суфизм. И перед смертью он сказал: если бы не эти 2 года, которые был в тарикате, قد هلك النعمان كان погиб. مكتوبة إمام رباني بروج المشايدات. В этих книгах написано его слова, что имам Абу Ханифа рахимахуллах вступает под опекой духовного наставника, духовного врача, кто лечит эти болезни духовные, шейха, когда остается в конце 2 года его жизни. И он говорит: «Лауля ас-санатани лахалакан Нуман». Если бы не последние 2 года моей жизни, говорит Абу Ханифа, Нуман — это его имя, он бы погиб бы. Абу Ханифа за 2 года до смерти он вступил под опеку духовного наставника. Чтобы быть человеком из Ахлю Сунна валь Джамаа, он должен быть суфием. Без этого он не будет Ахлю Сунна валь Джамаа. Это порядок вещей. Это условие вещей, что вы знали. Это наговор на Абу Ханифа рахимахуллах. Не Абу Ханифа, не имам Шафии, не имам Ахмад, не имам Малик, ни один из них не был тасаввуфе, суфизме, как они говорят. Наоборот, достоверным иснадом имам Шафии сказал, кто утром станет этим дороге суфизме, до обеда он у него акл уйдет. Это имам Шафии сказал. Ни я, ни другой, некоторые, почему так? И Абу Ханифа за 2 года этот передает Шаарани, который вам историю рассказывал, имам Шаарани. Это он передает, который истории про Ишака, истории про этого, который рассказывал, он передает, что имам Абу Ханифа, что за 2 года он стал суфистом. Это все наговор на Абу Ханифа и наговор на остальных имамов.